Ну что, ребята, вы готовы? Дидо, Сирона! Ну, очень сильно ждал я эту встречу. 99-й Бабаханов Эмир, 2-й Ибрагимов Ибрагим, 12-й Ибрагимов Рамазан. Это Мухтар, 19-й Магомедов Рамазан, 22-й номер у Магомедова Шамиля, Васиханов Иман Гаджи, 8-й Магдиев Султан. И далее продолжим. Подача. Удар по воротам 1-0. Гол забивает Шихабудинов Рашид. 1-0. Сирона выходит вперед. 1-0. Сирона. Взаимное уважение всегда красит футбол. И тут очень красиво. Начало матча было за Сироной, но потом Дидо потихонечку инициативу. Мяч у Идриса Магомедова. Что будет делать капитан? Пошел в выигрыш. Отдал передачу. Выводят на удар. Удар по воротам. В ближний угол. Это первый опасный момент от Дидо. А что он надел сегодня? И удар по воротам. Ой-ой-ой, это красавец. Это, я не знаю, скорее всего, лучший гол сегодняшнего игрового дня. Джабраилов. Шах Эмир. 2-0. И это, вы знаете, в 88-м году Марко Ван Бастен забил что-то похожее в ворота Рината Досаева. Наткнулись они, дидойцы, вот впервые на таких классных защитников. Удар и гол забивает 19-й номер Рамазан Магомедов. После штрафного прервали они. Вопреки всем моим словам, забивают. И 2-1. Дидо отыгрывает один мяч. И взрывается там сразу трибуна с болельщиками. Загудели дудки, барабаны. Мчится Дидо за вторым мячом. И там сразу два футболиста исполнили ножницы. Подбор за Дидо. Абдурахман Курбаналиев обыгрывает. Входит в штрафную. Удар по воротам. 2-2. Сравнивают счет дидойцы. Что происходит на поле, ребята? Это 22-й Магомедов Шамиль. Осоздал этот гол. 77-й Курбаналиев. Нет голоса. 2-2. Дидо сравнивает. После удара Абдурахмана Курбаналиева. Показывает арбитр аут. Гол не засчитан, но что там было? Одно, что пенальти. За что он назначен? За что назначили пенальти? Кто будет? Подскажите мне, друзья. И Расул. Он Пириева. Брат мой, ты только забей, говорит ему Шамиль. Разбег Пириева. Смотрим все. Удар по воротам. 2-2. 2-2. Дидо все-таки сравнивает. И бегут они праздновать. И бежит там вратарь Алиев Руслан к своим трибунам. Но ребята... Грузин на вратаря, кричат все Сулейману. Он грузит. И что это? Что за сейв сейчас совершает Руслан Алиев? Да, все, ничья. 2-2 в основное время. И будет серия пенальти. Ждем мы ее с нетерпением. Ну что, серия пенальти. Есть исток арбита. Раздвигается Амир. Удар по воротам. 1-0. 1-0 по пенальти. И 3-2. 3-2 общий счет. Футболист Михаил Разбег. Удар уверенно. 3-3. 3-3. Удар и берет. И берет Казиханов. Берет Казиханов этот пенальти. Удар по воротам, гол. Гол 4-3. Сирона выходит вперед. Сирона. Удар по воротам. И вы знаете, вновь от рук Иман Гаджи мяч отлетает в ворота. И сейчас удар по воротам. Берет Алиев. Берет Алиев. Еще 4-4 остается. Да уж. И пальти Джабраил забил. Сейчас удар. Не забивает. Не забивает Джабраил. Угадал Казихана. Взял. И счет остается. Руслан Алиев еще раз выручит команду. Удар по воротам. Берет. Что творят вратари? Это просто буфонище. Ну какой сейв сейчас совершает Рагимов Рамазан. Удар по воротам. И уверенно забивает Рамазан. Выводит команду вперед. 5-4. Последний удар Сироны.
Руслан Алиев, Шамиль Шахрудинил. Берет Алиев, Дидо дальше. Удар по воротам. Берет удар. И Дидо проходит дальше. 5-4. Это просто сумасшедшая команда. Я благодарен всем. Благодарен Муслиму Муслимову за то, что они назначили меня комментировать этот матч. Я был просто в восторге от этого матча. И они ликуют. Они заслужили это. Сирена была сегодня очень хороша. Она очень хорошо играла. Она забила два. Данов, завершая свой репортаж. Сейчас будут качать Рустама Рамазанова. Всех подряд. Вратаря, они все это заслужили. Мы поздравляем, Дидо.